Ну, вот познакомились, вот любимый человек, вот живем вместе, сейчас уезжаем в Америку вместе. Ну, практически, я думаю, что да, будем периодически сюда приезжать. Она будет больше там, но она будет и здесь также, но начинаем мы с запада. Означает это то, что будущее впереди. Не останавливаться на месте, идти вперед. Планета, люди. А это поклонница, да, ваша? Да, да. Казалось бы, карьера на взлете, да? Любимый человек есть, когда свадьбы, дети. А чего так все быстро? Уже двое детей есть. Подождите, я же не бэби-машина, чтобы мне каждые 2 года рожать. Все в планах, все планируем, да. Нет. Еще пока нет.